Да, Барни, и я уже не один. Только что прибыли Алекс и Гордон. А вот это новость. А я уж думал, вы пропали. Мы собираемся устроить здесь базу для атаки на цитадель. Гордон и пес придут к тебе на помощь. Я переправлю доктора Кляйнера в более безопасное место и найду вас. Мне пригодится любая помощь. Черт! Атакую! Давай, вперед! Гордон, ты слышал его? Я догоню тебя, как только позабочусь о докторе Кляйнере. Минутку. Я не могу уйти без лобы. О, нет. Куда же она делась? Иди, Гордон, я позабочусь об этом. Гордон, будь осторожен. Доктор Кляйнер, у нас нет времени. Доктор Фриман, мы идем с вами. Гордон Фриман здесь. Не могу поверить. Эй! Лови! Эй! За дело! Поможем вам. Скажите, как мы можем помочь, доктор Фриман? Окей, док, вы главный. Мы с вами, доктор Фриман. Скажите, если надо чем-нибудь помочь вам.
Дунквит, юрисдикция сил охраны. Один. Берегись хопперов! Они везде! Доктор Фримен, мы можем использовать их против Альянса. Если снять хоппера, не повредив, его можно потом высадить везде, где он понадобится. Начали. Простите. Доктор Фримен, я пойду с вами. Подождите меня, доктор Фримен, я пойду с вами. Они везде! Thank you.
Отказывалась ли дверь от этой жизни? Нет, она ползла по суше, тогда как ее сородичи оставались в черной бездне океана, вглядываясь во тьму, невежественные и обреченные, несмотря на вечную бдительность. Неужели мы станем повторять путь трилобитов? Неужели всем достижениям человечества суждено стать лишь осколками пластика, разбросанными на окаменевшем ложе между Бургисшейлом и тысячелетним слоем грязи? Чтобы не изменять себе и своей судьбе, мы должны стремиться к большему. Мы выросли из своей колыбели. Бессмысленно требовать материнского молока, когда истинная помощь ждет нас среди звезд. Они везде! Обновляет ориентировку. Фримен. Вас понял. Контакт с подозреваемым плачем. Thank you.
внешняя юрисдикция. 7. Подождите, мы идем с вами.
Одну минуту! Я заложу несколько зарядов и взорву проход. Пойти вокруг. Там же... Так и знали.